Друзья, всем привет! Сегодняшний ролик будет продолжение других роликов по поводу импортозамещения. Сегодня на обзоре у нас блендер от того же производителя Александра с Питера. Вот. Одиночного блендера со скошенным роликом. Таким вот. У бендеров ВУКа скошенных роликов нету, вот. Есть у бендеров Perfect Bender, вот, такие. Стоимость их примерно тоже будет в 4-5 раз дороже в магазине не в онлайн. Вот. Этот стоит бендер одиночный 11500, там он стоит ориентировочно 40 с чем-то. Вот, поэтому осветим этот бендер тоже, покажу, как прокатывает, вот, и сами все увидите, короче. Вот, есть у него бендер такой же одиночный, но у него еще есть дополнительных два подшипника здесь стоит, вот, он стоит, по-моему, 12500. Вот, этот стоит 11500. И также, конечно же, размеры есть там 200, 250, 300, 350. Вот это выдвигается. Вот. Есть у этого бендера такая вот здесь ручка, откручивается. Допустим, вам надо прокатать на 200, да? Подъем сделать, отгиб поднять. Вот. Если, допустим, этой ручки нету, то если выдвинуть ее на 200 миллиметров, вот, то прокатывать картину, держась вот за эту вещь, ну, неудобно, да, поэтому есть ручка, которая вкручивается вот сюда, и уже можно прокатывать, держась за ручку, прокатывать больший подгиб, ну, скажем, 200 миллиметров. Но мы здесь этот подъем не будем делать, мы здесь сделаем обычно небольшую картинку с малым фальцем и с большим фальцем. Попробую. Я им еще не катал, не пробовал, поэтому вот при вас буду пробовать. Также на этом бендере есть шкала, линейка. Вот она. И этот, как его, удобно для бендера. Что-то я вот завернул так, что сильно. Ну, давайте начнем с малого фальца, поставим ручку на место. Продумано, интересно. А вот поставим сейчас на откатку в 1 сантиметр, ну или в 9 миллиметров. Что я не сказал в тех роликах про бендер ВУКа, что когда вы выставляете, скажем так, по шкале у ВУКа, если, допустим, выставили ровно по шкале 9 миллиметров, вот, то он будет катать не 9 миллиметров, а 7. Там вот эти нюансы надо учитывать у ВУКа. Здесь же на этом бендере это все учтено. То есть, если вы ставите 9 миллиметров, он и будет катать 9 миллиметров. Выставляем. Все делается быстро, когда шкала есть. И откатываем. Если я взял сантиметр, сразу же скажу, как и в предыдущих роликах, что одинарным бендером катать менее удобно, фальцевой картины ими, да, чем двойным. Двойным удобнее и быстрее. Вот. Ну и одинарным тоже можно катать. Поэтому просто чуть-чуть тяжелее, скажем так.
выставляем на 24 миллиметра. Выставили и прокатываем. Вообще без проблем. Ну, прям вообще. Я еще раз повторюсь, катаю им первый раз. Без какой-либо подготовки или привычки. И сейчас здесь прокатаем двойной замок. Уже. Так, с этой стороны поставим. Выставляем 45. Поднимаем. Кстати, что дает скошенный ролик? То есть, если, допустим, обычный, да, как, ну, некоторые утверждают, что царапает, да, поверхность. За счет того, что у Вука ролик, допустим, или других бендеров, он не скошенный, а прямой, то когда заворачиваете, получается, сейчас покажу. Вот, допустим, 90 градусов докатываете. И возможно такое, что при, когда прямой ролик, то он будет царапать металл здесь. Но у, что у бендера Вука, что у бендера двойного в том ролике, который я вот предыдущий был, да, ничего не царапает. Вот. Ну, как бы такое. И я хотел просто взял вот еще на обзор, чтобы понять, чем разница скошенного ролика и не скошенного. Вот хочу вот посмотреть, есть ли какая-нибудь разница. И вот и ничего не катал, чтобы при вас сразу же здесь посмотреть его какие-то, ну, плюсы скошенного ролика. Кто-то говорит, что он дальше загибает там на 100 градусов, да? Ну, у каждого свои мысли. Поэтому я вам скажу вот свои мысли, свое мнение. Ну да, он откатывает, можно, я сейчас с роликом почти касался здесь металла, он реально отогнул, ну, градусов, наверное, на 100, ну, не 90, а на 100, поэтому я его чуть-чуть поправлю, обратно выверну. Да, то есть превосходство, ну, как, не то, что превосходство, а такой нюанс, что скошенный ролик, роликом можно чуть больше 90, то есть до 100 градусов откатать. Так, ставим 9 миллиметров. Откатываем. С маленьким, с одинарным бендером надо, скажем так, вот на краях, больше делать акцент, скажем так, да, вот прокатывать прямо на края, выводить и вот так вот откатывать на краях, что практически не надо делать на двойном бендере. Ну, это такой вот нюанс, это не то, что минус, это просто нюанс. Откатали сантиметр и откатываем 13 миллиметров. Знаете, вообще никаких проблем. Отличный бендер, отличный бендер, отлично катает картину. Вот я говорю, на краях, она что на краях самих, ну, почаще загибать, это ерунда. Вот картина с малым и большим пальцем. Вообще без проблем. Без проблем. То есть хороший, качественный
скажем так, бендер. И за 11 500 это просто, ну, сказать можно, на халяву, понимаете? Практически. Так что так, и хочу сказать, что еще. Сейчас, после тех роликов, которые я про Бендера делал, сравнение, у Александра уже очередь. Он уже скупил все подшипники в Санкт-Петербурге, во всех магазинах. Заказов много, поэтому если вы будете сейчас звонить, заказывать ему, а позвонить можно будет по телефону, который я оставлю в описании и в первом прикрепленном комментарии. Вот, а также ссылку на Инстаграм оставлю. Вот. Наверное, придется подождать месяц, может, два заказа. Вот. Но это вы сами Александру позвоните, и уже он вам все скажет, когда будет готово. Вот. И все остальное. Хороший аппарат. Вообще замечательный. Так что рекомендую. Дешево. Опять же, 4-5 раз дешевле, чем Вука или там Перфект Бендер, да? Вот. Поэтому за эти деньги просто отлично, отлично. И пока есть возможность, не подорожало, надо брать пару штук. Может, там на 30-35 сантиметров еще. Поэтому так, звоните, заказывайте, покупайте, пока такая возможность есть. Вот. Все, как-то так. Всем пока.